Как бы мы того хотели и не хотели, мы нас нарекли пацанами с Урала. И от пацанов с Урала вопрос. Что это за нож? Условия этого маленького такого, что ли, конкурса, так его назовем, следующие. Первый, кто пишет в комментариях название этого ножа, модель, название, ну или хотя бы примерно откуда он, или где куплен, или кто-то выигрывает, то есть просто Максим потом посмотрит по комментам. Ну давайте, конкурс этот будет длиться день, я думаю, дня хватит, он выложит, постарается этот видео. Как только оно попадет в YouTube, как только оно выложит конкурс, так и начнется. Дай подсказку. Все, пока. Рукоять сделала. Да, ну, ручка тут резиновая. Замочек. Я думаю, форма. Бэклок. Я думаю, что форма всем знакома. Мне кажется, легко угадать. Ну что, кто угадает? Этот нож тому и достанется. Он сразу поедет к своему новому хозяину. Все. Что показать? Так вот клиночек. Такая вот рукоятка. Такая вот форма. Руку-то не наминает. Вот так вот рядом. С широкогорлом лежит. Я бы не стал, наверное, даже с таким ножом хорошим отложить широкогорло. Всем привет. Всем удачи.